Привет всем! Сегодня я буду говорить о пицце. Все сыроеды когда-то были всеядными, ели пиццу, пельмени, вареники, какие-то любимые блюда. Сейчас многие, кто пришел на сыроедение, позволяют себе также и пиццу. Я предлагаю сегодня сделать пиццу. В предыдущем видео вы можете посмотреть, как я сделал основу для пиццы, с каких продуктов. Либо также я могу сейчас повторить в ускоренной съемке, как это было. И приступим уже к приготовлению пиццы. Основа у нас очищенное зерно пшеницы, овсяные хлопья, сельдерей, морская соль и тмин, а также соль и специи по вкусу. Из пшеницы мы получили такие проростки за 2 дня, перемалываем их, получаем фарш. Затем разбиваем в муку овсяные хлопья, добавляем фарш, раскатываем тесто на пергаментной бумаге и сушим затем на солнце. Такая основа для пиццы у меня получилась. 5 часов лежала на солнце, 50 градусов и вот такая красота. Сейчас будем делать пиццу. Для соуса я снял кожурку с 3 помидоров небольших, убрал сердцевину, добавлю небольшой пучок базилика, немножко перца красного и 1 шампиньон. Так, соус готов. Выкладываем на пиццу нашу. Немножко, может быть, она впитается. Добавляю шпинат. Оставляю место для всего другого. Затем руккола, укроп. Так, здесь я приготовил, еще нарезал шампиньоны. Так, 1 шампиньон буквально. 1 добавил соус, 2 сюда. Так, помидорки. Так, тут, по-моему, уже снимающий глотает слюни. Так, серединка. Тыкс. Перец. Вот такая красота у нас получилась. Как вам? Я думаю, очень красиво. И очень аппетитно. Будем пробовать, как говорится. Да. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте оповещения о новых видео, на колокольчик нажмите. Все, до новых встреч, спасибо за просмотр. Пока.